С 16 по 18 декабря в центре единоборств прошло открытое первенство региона по боксу Кубок губернатора Омской области. Медали турнира оспаривали более 120 спортсменов в возрасте 14-15 лет. Конкуренцию мечам составили боксеры из Ханты-Мансийского автономного округа, Алтайского края и республик Саха и Хакасия. Поддержать спортсменов пришел министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. По его мнению, турнир стал важной площадкой для роста мастерства сибирских боксеров. Для того, чтобы олимпийский бокс развивался, он должен развиваться прежде всего в регионах. Будет это развитие, будет сохраняться бокс, будут сохраняться традиции, будет сохраняться история. Мечи победили в 12 весовых категориях из 20. Самые яркие победы одержали два спортсмена из клуба имени Александра Суворова – Тимурбек Мамедалиев и Артур Жалов. При подготовке к соревнованиям я работал над физикой, взрывной силой. И зажимал соперника канатом, все хорошо у меня это получалось. Я сделал сегодня на турнире акцент на маневренность, подвижность, легкость в ногах и уклоны. Уклоны я взял от Майка Тайсона. Передвижение на ногах я взял от Василия Ломаченко. Очень хороший боец, с которого нужно брать пример в плане передвижения его ног. Перед соревнованиями я, как и Василий Ломаченко, учился танцевать русские народные танцы, чтобы ощущать эту легкость в ногах. И это мне очень даже достаточно помогло. 7 золотых медалей выиграли боксеры Ханты-Мансийского автономного округа. Лучшие спортсмены представят свои регионы в отборочных соревнованиях первенства страны. Есть интересные и перспективные такие спортсмены, боксеры, которые здесь и выиграли, и на которых мы надеемся уже на региональных соревнованиях, на сибирском округе, там, ну и дай бог, там попадут на финальные там первенства России. Первенство Сибирского федерального округа среди боксеров 14-15 лет пройдет в апреле 2022 года в Барнауле.